Я думаю, вы со мной согласитесь, счастлив лишь тот человек, у которого есть мечта, и тот, кто стремится к ее осуществлению. А ребята, живущие в детских домах Астаны, пока только могут мечтать о своей будущей профессии. Ну а мы на один день поможем воплотить их желания в реальность. Здравствуйте, с вами Инга Селезнева, и вы смотрите мультимедийный проект интернет-редакции kasprawda.kz «Поверь в мечту». На прошлой неделе Юлия Шужукова стала учителем физкультуры, ну а сегодня нашим героем будет Ирина Олейник. 11-летняя Ира весь сознательный возраст мечтает стать поваром. Она считает, что такая профессия будет востребована всегда. Ведь человек не может долго жить без еды. Девочка хочет не просто научиться готовить супы и жаркое, а радовать людей настоящими шедеврами кулинарного искусства. И в первую очередь сладкими десертами. Именно поэтому сегодня Ира на один день станет поваром-кондитером. Привет, Ира, как дела? Здравствуйте, отлично. Хорошо, я смотрю, вы уже пообедали. Наверное, пришла пора десертов, правильно? Да. Скажи, ты любишь торты? Да, люблю. Хочешь научиться их печь? Очень хочу. Тогда мы тебя сегодня этому научим. Поедем с тобой в кондитерскую, где ты станешь на один день поваром-кондитером. Ты согласна? Да. Тогда поехали. Поехали. Для осуществления мечты нашей героини мы отправляемся в кофейню-кондитерскую «Кофе Бум». Мы уже бывали здесь, когда снимали второй выпуск проекта, в котором Дениса Синько обучали искусству бариста. Теперь и Ира сможет осуществить здесь свою мечту. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь, это Ирина. Меня зовут Зарина. Ира у нас мечтает стать поваром-кондитером. Скажите, вы ее возьмете в ученики сегодня? Конечно, возьмем. Ты раньше пекла торты? Нет, но я хочу этому научиться. Хорошо, я тебе сегодня научу. Надевай фартук и приступим. Отлично, ну тогда мне остается только пожелать вам удачи. Ира, чтобы стать хорошим кондитером, надо любить свою работу. Остальному можно научиться. Давай, разбей. Наставница решила научить Ирину готовить банановый торт, рецепт которого вы не найдете ни в интернете, ни в кулинарной книге. Ведь каждый десерт в этой кондитерской – это изобретение шеф-повара. Теперь надо будет налить шоколад и распределить по всей поверхности. Хорошо? Во время обучения кулинарному искусству девочка старательно слушала рекомендации кондитера и время от времени стремилась сделать все самостоятельно. Ире настолько понравилось, что она не хотела покидать рабочее место. Ну что, а как продвигаются ваши дела? Все отлично или первый блин комом? Все хорошо. Я уверена, что Ирина станет отличным шеф-кондитером. Отлично. Ир, ну тебе самой-то понравилось быть поваром-кондитером? Да, вот мы испекли первый торт в подарок. Я привезу его домой и поделюсь со своими друзьями. Замечательно. Спасибо вам большое, что вы помогли осуществить мечту Иры. Сегодня Ирина Олейник попробовала себя в роли повара-кондитера, испекла банановый торт и поделится им со своими друзьями в детском доме. Ну и самое главное, теперь она еще больше верит в свою мечту. С вами была Инга Селезнева и проект «Поверь в мечту». Смотрите нас каждую пятницу на портале kasprawda.kz. И давайте вместе поможем ребятам воплотить их желания в реальность. Вот, Ира, у нас с тобой получился красивый банановый торт. Желаю тебе и твоим друзьям приятного аппетита. Спасибо большое. Удачи тебе.